Женя, ты себя видел? Видел, нормальный такой, вообще пузатенький, красивенький. Почему ты худой? Женя, ты худой, надо быть толстым ребенком. Ты что, моя бабушка? Я обычно так бабушка говорила, что нужно. Нет, Женя, надо кушать. Чтобы стать самым толстым ребенком в мире. Так, хорошо, я вижу пиццу, Юля. Я вижу пиццу, она на кровати. А я не могу залезть на кровать, она недосягаема. Кому же достанется этот кексик? Мне. Ладно, хорошо, я позволяю тебе съесть этот кекс. Жри, пожалуйста. Юля, у тебя 2 секунды, потому что я уже здесь. Огромный вырос. Напал пылесос, Юля, я на кровати. Ладно, Юля, ты там пока разбирайся со своим пылесосом, а я сожру все, что здесь есть. Смотри, что я теперь умею. Смотришь на меня? Ну, давай. Опа! Наша задача стать толстым до такой степени. Ты что съела бутерброд? Юля, толстых девочек никто не любит. Я люблю. Я быстрее все равно тебя, и я тут все съел. Мое яблоко. Я еще вижу, тут есть. Опа, из туалета, конечно, не очень хорошо есть, но мне пофигу. Ешь туалета, че? А что ты наделал? Ты что, дурной? Я рыгаю. Юля, я рыгаю. Все, пошли. Бери эту пиццу, пошли. Нам нужно на улицу. Почему на кухне еды меньше, чем в туалете? Я 6 килограммов вешаю. Да тварь этот пылесос поганый. Я только съел, он все забрал у меня. Все, Юля, мы с тобой уже взрослые. Нам уже сколько? Сколько нам? Да, мне 9. А мне 54. Я не знаю. Блин, ну так это ты напердел. Я не напердел. Я рыгаю. Не рыгаешь, ты пердел, я просто цветок очень вкусный. Юля, только есть проблема. В нашем городе все очень не любят детей, поэтому остерегайся, будь осторожна. У нас сейчас самый сложный квест в нашей жизни. Нам нужно как-то перебежать дорогу. Так. Нет машин, кстати. Все, давай, раз, два, три, па! Ну это читы. Напал, тварь! Напал, ты чё? Это кто? Это наш сосед неугомонный? Это Димон? Это Димон! Я чё, падла? Я сейчас на него нарыгаю, Юля. На! Юля, я на него нарыгал. Меня машина сбила, Женя! Я уехала в Москву! Ай, тут машины везде, господи, как страшно! Что делаешь? Машина! Сейчас я на другой конец дороги уехал. О, я нашел супермаркет. Ты иди ко мне. Ой-ой-ой, Юля, я тут столько жру. Торт, кекс, бургер. Я хочусь, все. Так, ты там не оставь чуть-чуть, немножко. Ну, я не уверен, что это так получится, конечно. Женя, погнали, нам нужно в парк. Почему в парк? Сейчас, подожди, стой, машины есть? Нет, поехали. Нет, есть, Юля! Ты уже прям в парке, а я тоже на входе. Я около пожарного гидранта. Юля, смотри, какой я здоровый. Что ты сильно большой. Я боюсь, что ты меня пожрёшь. Я иду на помойку. Мне кажется, это у тебя уже такой стиль жизни. Юля идет на... Простите, я не специально, я просто хотел очень сильно кушать. Маленький мусор. А я вот его уже съел, если что. Может, ты поделишься со мной немножко? Ну хорошо, вот это забирай тогда ты, а я пойду тот маленький мусор урвать. О, тут еще и пицца. Это очень не... Юля, я уже 100 килограммов, кстати, вешу. Нормально? В смысле 100 килограммов? Нормально, ты что, больной? 100, да. Это нормальный вообще? Мне кажется, я настолько сильно хочу теперь жрать, что я готов даже съесть тебя. пришел, все, я его запукиваю, делаю. Отсюда. Все, уходим, Юля, уходим. Теперь машины вообще не страшны, ты вообще видела меня, ты видела мою попу? Машины можно есть? Машины? Не знаю, мне кажется, нужно для этого немножко еще подрасти. О, сколько тут мусорных пакетов. Мне всего 40 килограмм. Хорошо, я слева, ты справа, давай, я слева объедаю, ты справа объедаю. А ничего нету. Так, есть, должно быть. Я, по-моему, маленький ребенок еще. Юля, привет! Я тут пришел, я тут съел всю мусорку. А что ты вот это не ешь? Это мне что надо? Ты что-то пропускаешь, это я все съем.
Ой, вот это что, тоже. Мусор? Ой, Юля, что? У меня, я кажется, танцую локтями немножко. Так, а ну не с места, не двигаемся, это ограбление. А че он не боится? Алло, пошел в жопу отсюда, дебил. Юль, все, надо свалить. Юль, я застрял. Юля, не поддает. Юля, я сваливаю, я ничего не знаю. Ой, Юля, это кажется наш дом. Мне кажется, самое время отомстить пылесосу. Я тоже задолбал вот этот вот человек. Мне кажется, он дурак. Зачем он идет в автобус остановку? Ой. Мне кажется, его нужно немножечко вот так вот сделать. А почему все сломалось? Это моя новая способность. Я теперь очень жестко рыгаю. Ой, там поливальщик, иди его убей. У меня пуки закончились. Все, беги, Юля, сваливаем по коням. Походу криминал. Юля, тут со мной какие-то странные штуки произошли. Какие? Ну ты обернись и поймешь. Нет, что-то я боюсь тебя уже. Юля! Ты в магазин уже не поместишься, да? Не знаю, сейчас попробую. Юля! Привет! Жень, ты с меня 10 килограмм сбросил. Юль, я тебе хотел одну штуку показать. Пошли за мной. Я 1600 вешу. Я сбиваю даже машину. Не, машину не сбиваю, не понял. А, ну да, сбиваю. Ты сбивал машину, Жень. Я их все заплюю. Вы меня сбивали, я вас запомнил. Вот так вот тебе, Димон. Всех сожру. Юля, я сбил дерево. Юля, мне кажется, это очень странно. Сейчас я поем на помойке, обязательно вырасту. Да, а я могу, в принципе, съесть саму помойку. А, да? Не надо, оставь мне. Женя! Он опять весь опа, мой мусор съел. Опа, нормально. О, Женя, звучит, как будто ты огромный шар. Юля, я не могу. Я вот автобусную остановку поставил криво, из-за нее не могу теперь пройти на футбольное поле. Протолкай меня, толкай меня! Потом ты не зайдешь. Ладно, хорошо, я пока тут людей всех сожру вокруг. Юля, мне кажется, скоро я смогу съесть дом. За 25 тысяч тут можно кое-что купить. О. Это мне срочно нужно. Что купить? Я тебе не скажу. Ты что-то какую-то фигню затеял, мне кажется. Куда едешь, дебил? А ты куда едешь? Не двигаться нахрен! Евгений катится! Женя, значит, там есть машины, деревья, а я побираюсь на мусорке до сих пор. Нахрен локдаун! Get down! Ого! Мне кажется, Юля, сейчас вообще вообще ничего не оставлю. О боже! Что? Я испугала тебя. Жень, ты с меня вес вытягиваешь. Ну я и кушать хочу, что ты видишь, какой огромный, мне так сложно тут передвигаться. Ползи отсюда быстро. Ой, я заползаю на крышу. Я не могу. Все деревья кушаю я. Люблю кушать деревья на завтрак. Поняла, на мусоре больше всего толстеешь. На мусоре? Мне кажется, нет, я вот машину ем, там деревья. А, больше, да? Да, мне больше нравится. Женя, я как-то во двор попала, теперь выйти отсюда не могу. Да, у меня тут тоже такие проблемы. С лишним весом, конечно, приходит больше ответственности, понимаешь? Ну да, как-то так. Уже залазишь на мусорку, а вылезти не можешь. Ну, проблемы, да, конечно, они присутствуют. Юля, 23 тысячи килограмм. Ой. Боже. Кажется, тебя куда-то столкнул. Юль, мне хочется, очень надо срочно с тобой вот это... А меня сбила машина тут нечаянно. Мне нужно с тобой поговорить очень серьезно. Подожди, ну не укатывайся! Ты, вот мне, ты мне говорила, что я должен много кушать. Нет! Я тебя съел. Жень, ты нормальный вообще? Я съел Юлю! Слушай, Юля, наелся я, конечно, знатно. Ну как тебе, там вкусно меня было съесть или что? Обязательно ставь лайк прямо сейчас, если ты тоже любишь кушать, и подписывайся на канал. Тыкай на колокольчик. Посмотрим, сколько нас таких, кто любит вкусно и много покушать. Ну а мы с тобой увидимся в следующем видео. Не уверен, конечно, возможно, Юля меня съест после этого видео в реальной жизни. Меня съели, всем пока. Пока.